Морские порты Украины готовы защитить акваторию от нефтезагрязнений. Об этом заявил заместитель главы администрации морских портов Украины Вячеслав Вороной. По его словам, в текущем году зафиксировано 12 фактов попадания нефти в море. Все инциденты были ликвидированы. На сегодняшний день все украинские порты обеспечены необходимой техникой для утилизации загрязнений. Кроме того, разработаны планы ликвидации разливов загрязняющих веществ. Порты обеспечены в полном объеме техническими средствами, а именно 10 километров боновых заграждений, 16 единиц нефтемусоросборщиков, 2 единицы скиммеров, это портативные нефтесборочные устройства, 12 единиц плавсборщики –